Покровский парк украсят каштаны. Сегодня там высадили 30 молодых деревьев. Озеленяли столичный парк сотрудники МВД. Как проходит субботник, узнавала Алиса Плохова. Сегодня в МВД рабочий день начался с уборки. На выбор любое орудие. Здесь и грабли, и лопата. Ничего необычного. Традиционный пятничный субботник. Присоединяемся. Не по старшинству, а по силам. Именно так распределили работу, чтобы справиться начисто и оперативно. Мальчики копают, девочки белят. Работа кипит. Подготовка идет, погода позволяет, настроение позволяет. Немножко разгружаемся морально, и физический труд никогда не помешает. Поэтому мы стараемся немножко свою территорию привести в порядок, чтобы она была красивая, так как это лицо МВД. Шефство над парком МВД держит четвертый год. Тогда парк был, по сути, заброшен. Теперь с каждым новым сезоном он все больше меняется. Чистоту и порядок поддерживают круглый год, а весной и осенью сажают деревья. За это время посадили уже больше 100 – и хвойные, и лиственные. Клены, липы, а теперь каштаны. В Тирасполе это дерево очень любят. В планах высадить сирень, чтобы было и красиво, и ароматно. А к Новому году здесь появится елка. Следующий субботник уже будем высаживать хвойные растения, елочки. Это будет осенью, ближе к Новому году, поэтому елка как символ будет высажена. Нам самим нравится здесь гулять после рабочего дня, в обеденный перерыв. И когда здесь будет разнообразие растений, я думаю, что будет еще приятнее. Все делают полезное дело, чтобы город был чистый. Убираем. Трудимся. На благо. Алиса Плахова, Александр Белый, ТСВ.